Ранее в приоритетах работы городской власти всегда значились вопросы развития города, вопросы реализации крупных инфраструктурных проектов, дорожного строительства, освещения, восстановления зданий и учреждений. На сегодняшний день мы четко понимаем, наша команда, что этот приоритет опускается на 5-е место. Но тем не менее, для горожан я хочу сделать заявление, что мы приложим независимо от кризиса в нашем государстве все усилия, чтобы те проекты и ДК, и бассейн, и дорожная инфраструктура были закончены в этом году. Сегодня мы четко понимаем, что наши усилия должны быть направлены в первую очередь на людей. И, конечно же, вопросы борьбы с распространением эпидемии – это вопросы первого приоритета для работы нашей команды. Первое, самое главное, буду обращаться к Роману Викторовичу, к депутатам городского совета, перестроить нашу затратную часть бюджета города Мелитополя, сделать его более социально направленным. И, возможно, это реализуется в новых программах на субсидии на местном уровне для поддержки наших пенсионеров, социально незащищенных слоев населения. Возможно, это будет иметь другие проявления, но в этом направлении нам придется поработать и существенную часть бюджета направить на поддержку людей.